основу того, чтобы освободиться от захвата, обезвредить противника, соперника. Самбо как средство самообороны, спорт, способ развития тела и философия. Знания студентов областного университета об этом виде единоборств скоро существенно пополнятся. Курс по самбо в программе подготовки преподавателей физкультуры, тренеров и даже спортивных менеджеров расширится. Соответствующее соглашение подписали руководством ГОУ и представители Федерации самбо области. Очень рассчитываем, что в рамках этого соглашения нам удастся актуализировать наши образовательные программы, которые, кроме развития физического, наших студентов еще даст возможность развиваться духовно и ориентировать студентов на здоровый образ жизни. Потому что самбо – это не только единоборство, это определенная философия, это интеграция всех возможностей, раскрытия возможностей человека. Еще одна большая часть программы, которую предполагает соглашение – курсы повышения квалификации для тренеров по самбо. Специалистов будут готовить по современным стандартам. Кардинально стоит вопрос по переподготовке нашего тренерского состава, потому что время идет, многие тренера, немножко отстали от современных требований, поэтому очень бы хотелось, чтобы все наши тренера немножко повысили свой уровень профессионального подготовки. В курс переподготовки будут входить теоретическая и практическая части. Тренерам расскажут о новых правилах и современных тенденциях. Будет заложен биологический аспект тренировки, функциональный аспект тренировки. На практике мы будем показывать возможность новые варианты бросков. Будет секретарский семинар, тренерский семинар, чтобы тренера умели вести протоколы соревнований. В России самбо сейчас один из приоритетных видов спорта. Реализуется 4 масштабных проекта – самбо в школах, открытый мир самбо, самбо в ГТО и студенческая самбо. Данная программа в университете, она хороша и необходима на сегодняшний день, так как повышение квалификации – это основа, это наш кадровый потенциал, который будет реализовываться. Курсы переподготовки стартуют в середине марта. В масштабе страны планы на эту спортивную дисциплину еще более глобальны. Самбо должно стать национальным брендом. Жанна Лавяникова, Андрей Капустин. Информационная программа «День».